моторчик. Кукушечки всем. Так. Ох, сегодня денечек такой нелегкий был. Давайте покормим по берегу всех. Вот. Астрогнатусов этих и всех. Короче, сегодня тут электрик работал. Тут розетки были все перебиты. Поменяли пока розетки. Пока новую проводку бросили там на кухне. В общем-то, долго показывать. Все это время и то не успели. Что, так, что мы делаем? Что мы берем? Вот это вот берем, кормим. Вот это у меня тут для циклит хрень такая. Такие гранулки какие-то. Я говорю, это тетра. Может, ведро, конечно, у нее тетра было. Ну, хотя там и нарисованные. Я таких не помню, конечно. Астрики сейчас должны сразу поклоцать. Такс. Понеслась криворота. И вот эту я малину убрал оттуда. Но все равно малек пропал там. У Анцикова. Кто смотрел, шортец. Ну, проиграл, значит, эту лотерею. Мне писали, это лотерея 50 на 50. Ну, значит, в следующий раз будем отсаживать. Некогда было и некуда. Не до рыб. Тут проводка же воткнула, повтыкала вся. Так, Люся, давай. У вас такие бульбаши. Хавают все подряд. И растут они нормально на сухаре. Иногда им раз в неделю. Ну, вот это может им перепасть, там кривендосика немножко. Так, что у нас тут с коридора с этим? Ну, она, я скажу вам, толстенькая. Можно бы, конечно, было бы ее и отсадить. Но надо понаблюдать за ней. Воду тут не менял в этой банке еще уже давно. Надо и воду тут поменять. Собрал я свою этот осмос-установку до кучи. Но надо ее подключить еще. Там одну херню. Там я, короче, пока разобрался, куда какой фильтр. Пока вот тут, вот тут сюда надо поставить. Вот тут еще картридж не видно. Ну и хорошо. Подключим. Так, дальше что? Там пока ее подключать не было, розетки протянули там на кухню под них. Что, пошли дальше, да? Все, эти хай-хавают гранулы. Закрою, потом приду. Пошли туда. Пошли сюда. Тут он еще, видите, сколько надо проводки бросить? По наружке будет, потому что потом. Тут бы так по хорошим делам, тут бы вырвать всю старую на ее место, а штробить вот это еще не время. Родилась сегодня царица в ночь, то ли сына, то ли дочь. О, вот, наверное, в этот отсадничек вот эту отсадить, да? Они еще голодные. А это в скатке сидит еще, подружая. Сидит и сидит, что-то сидит, ну будет сидеть, пока не посинеет. Этот, я уже говорил, похавал все. Так, дадим им сейчас, мы покормим сухарем. Я им уже два раза давал утром то циклопа, кому мотыля. Покормим вот этих. Сейчас мы надо отсыпать вот сюда чуть-чуть. Так, вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Вышли зайцы погулять. Поехали. Отсюда и начнем, наверное, мы сразу по низам. По низам начнем. Подмени, поставил Артемию вчера. Потому как начали лупиться корики. Сейчас покажу. Так, есть. Пока хватит. Потом посмотрим на их поведение. Еще надо будет им таблетосов сюда набросать. Так, кубинку я эту отсадил уже сюда. Но она, походу, видно, с утра еще была. Но я не видел, мне Викторовна сказала. Она, опа, я что, тебя не выловил? Глянь, гупешка тут одна вот эта плавает, калечная. Никак. Опа, она дорожала, вот она. Она. Глянь, сколько их штук, 4 штуки, 5. И надо вылавливать, ё-моё, пока она их не пожала. Ну им тут пока есть хорнишу ховаться. А она, глянь, дораживает, оказывается. Куда ты? Куда ты, сля? Ты видела, гупешка хватает малых. Так, надо их вылавливать, спасать. Тогда быренько кормим вот этих. Надо вылавливать, спасать, бы поджет. А я смотрю, что там 15 штук мало. А она вроде как бы уже и пустая была. Так, этих я не кормлю, этих потом. Что, гуперам вот этим? Да не гуперам, вот это я все остальное выкину. Кстати, вот же они сидят еще. Тут же уравнялась температура. Выпускаем этих мечей, то что родила. Она тут 15 штук сюда. К этим меченосам и гупешку сегодня я тоже малых, она где-то штук 15 родила. Не успела похавать. Так, что, надо вылавливать. Валерчик, давай Валерчика покормим быстренько таблетками. Потом я выловлю вот эту мечиху, посажу в отсадник. Сделаю, может быть, подмену как раз в этом аквариумчике. Вчера менял, пробовал воду отстоянную, ну, через фильтр. Ну, вот, мутняк, конечно, вчера был, но сейчас уже, смотрю, побелело. Валерчик, а что такое? О, правильно, теляпка сразу, трах-бах, схватила. Так, ну вамте нам колес, вамте нам, нате вам колес. Вот этим колес. Так, эти пока тут жрачкой заняты, надо мелких вылавливать. Ну, ё-моё, ля, сколько их плавает.
5 штук я точно насчитал. 1, 2. Больше, уже 6 я вижу. Куда? Давайте, наедайтесь корма. Корма наедайтесь. Наедайтесь, наедайтесь сухарем. Сейчас буду малых спасать. Боца, я смотрю, такая толстая. Чи наелась улиток? Чи я не знаю. Где еще 2? Тут их 3. Беляшек, твои детки вон они. Подменил там им сляга на водичку. А ну-ка сейчас. Видно? Видно, да. Камнем там придавил я пару-тройку штук, конечно. Там вот этот кирпичик лежал. Так, сюда надо... Ага, сюда я бросил Калисандров. Бросил. Так, показываю корики. Там вот 2 штуки осталось живых. Может, есть они, не знаю, надо заглянуть. Корики лупятся тут. Корики лупятся. Вон один сидит в уголочке. Но они еще с яичными желтками. Я думаю, до завтра должны полупиться все до утра. Так бы хотелось. Вроде икра не белая. Ну, есть белые там и корочки. Ну, не вся. Ну, в общем, они только-только начали вот. Только-только-только начали. Они могут лупиться сутки, 1,5 суток. Так, вот этот аквариум не забыть покормить. Ну и все. Так, ну что, банда, все тогда. Всем спасибо за просмотр. Буду я вылавливать малых. Надо спасать, бо эти меченосики похавают их бегом. Это ж такие злодейки. И всю жизнь похавали. Да нет, сухарь хавают, сухарь хавают. Правда, я перекинул, конечно, много им дал. Ну вон они, сейчас буду вылавливать, короче, я малых. Так, вот этих гупяндров сейчас я сюда сразу давайте таблетосов бросим. А вы обождите. Обождите. Ну, Пеппа тоже на. На. Сейчас потонут, она увидит эти таблетки. Она же глотает. И вообще тоже такая бульба. Такие дна. На. Хавай давай. И тут же еще беременная одна куречка. В общем так. Все, буду я вылавливать, ребятки. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире. Мир, дружба, жвачка. Пока.